Значит, касательно алкоголя по картам. Вы понимаете, но, конечно, любые меры, которые позволят нашему народонаселению, так сказать, несколько оздоровиться и в первую очередь поменьше пьянствовать, вот, они, конечно, ну, так, на первый взгляд приветствуются. Вот, с другой стороны, там, идя мимо какого-нибудь магазина, где продаются алкогольные напитки, и около которого стоит с протянутой рукой умирающий от похмелья алкоголик, мне его крайне жалко. И, конечно, так сказать, карты у него, конечно, нет, и для него это жизненно важно, вот этот стакан принять, иначе у него может просто остановиться сердце. Вот, то есть, чисто с житейской точки зрения, я, конечно, не очень поддерживаю это. Вот. Мне кажется, что алкоголь должен быть в первую очередь гораздо дороже. Алкоголь должен быть дороже, и, соответственно, дело даже, так сказать, не в тех людях, которые стоят у магазина, которым плохо после вчерашнего пьянства, а я в первую очередь, конечно, говорю о молодежи. Но мы проходили многие попытки каким-то образом, так сказать, упорядочить и каким-то образом ограничить наше население. Вот. Здесь нужны очень-очень взвешенные меры, которые просто там, так сказать, одним решением. Вот алкоголь по картам или там. Вот бутылка водки будет стоить 5000 рублей. Это не сработает, потому что, естественно, начнется тотальное самогоноварение, начнется выпивание других химических жидкостей, которые там содержат нюханье клея и прочие прелести, так сказать, жизни тех людей, которые в любом случае хотят уничтожить свое здоровье. Вот. Но, в принципе, мне кажется, что определенное зерно, алкоголь по картам, определенное зерно здесь есть, потому что, конечно, наша страна выпивает... Ну, несколько больше. Я не хочу сказать, что она страшно пьющая. Есть страны, в которых, так сказать, там, ну, доза алкоголя, употребляемая на душу населения, и повыше. И там, так сказать, это не стоит как национальная проблема. Вот. Но, конечно, хотелось бы, чтобы россияне пили поменьше ездили пьяными за рулем там, и так далее. Вот. Но я не могу однозначно ответить, поможет именно этот законодательство, именно эта инициатива, поможет ли она решить те проблемы, которые перед российским государством, перед российской нацией в связи с алкоголем.